Инь-янь, день и ночь, лед и пламя. Это противопоставление отражены в пьесах, шутках «Предложение и медведь» русского классика Антона Чехова. И хотя они написаны легко и непринужденно, затрагивают важные аспекты человеческой жизни, уверен режиссер спектакля «Нежные чувства» Александр Кладько, который объединил две пьесы в спектакль, который представил на сцене театра «Самарская площадь». Шутки Чехова знают все. Они, по-моему, даже входят сейчас в школьную программу. И тем не менее, такой серьезный драматург, как Чехов, тоже писал легко, весело и непринужденно. Александр Кладько, он вообще уважает очень комедийный жанр. И надо отдать ему должное, он очень хорошо в нем работает. И поэтому он выбрал Чехова. Актриса театра Вероника Агеева сыграла роль вдовы во второй части спектакля «Нежные чувства». Рассказывает, редко участвует в комедийных постановках, но спектакль «Нежные чувства» стал исключением. Это очень легкий, но в то же время очень современный автор, я считаю. Он старается через что-то позитивное перенести нас на какую-то серьезную тему. Все зависит от того, как ставить, да, как решить. Можно и его комедии решить так, что это будет абсолютная драма. А можно и драму решить так, что это будет такая настоящая комедия веселая. Премьера спектакля «Нежные чувства» приурочена к 165-летнему юбилею русского писателя и драматурга Антона Чехова, который будут отмечать в следующем году. Августина Охременко, Григорий Плешаков. События.